Мы находимся на 5-м этаже нашего лайнера. Вот здесь театр называется «Коралл», где проходит представление. Лифт. И здесь арт and фото галерея. Посмотрим, что здесь есть в этой галерее. Гляните на моего барашку с моей собачкой. Такие красивые. Стеклянные фигурки разукрашены. А здесь фотографии. Вот такие красивые фотографии. Вот она же фотографировала за столом всех, значит, мы тоже где-то должны быть. Ну, да, надо поискать. Вот и мы, вот наша фотография. Это она подходила, женщина-фотограф, всех фотографирует за столом. Ах ты, какие мы красивые. Что-то у нас тут, да. Красивые, молодые. А, вытащил? Ой, там еще. Тут вообще я одна. Я один. А, она же, да, по одному тоже фотографировала. Так, и стоит это $22.99. Одна штука. Да, одна фотография, потому что там ИЧ написано. Ладно, пусть любуются нам. Эти фотографии сказали нельзя снимать, потому что там много людей. И фотографии. Вот такие два пингвинчика. Два стоят $15. Стеклянные фигурки. Часы продаются. Diamond Collection. С бриллиантами. Спиртные напитки. Спиртное на корабле. Такие, смотри, красивые бутылки. Ликер. Вот это Grey Goose водка. Хорошая водка. Две бутылки вот этих больших $60. Одна бутылка 35. Не помнишь в кассе, сколько одна бутылка? Ну, не помню. По-моему, примерно такая цена. 1 литр. Да, что-то около $30. Странно, что они так дешево продают. Эксклюзив он бот. $62, $69. Его не хочешь снять бутылочку за $275? Хочу. У него. Так, это... сигареты какими огромными упаковки. Эксклюзив. On board. Вот такие бутылочки. Сколько она? Литра 3, что ли? 275. А что это, виски, да? Виски. И здесь она больше литра. You don't save them, you drink them. Exactly. If you want to have a taste, talk to me. I want to know more about them. Talk to me. I'm the booze doctor. All right. Ну,
назвал себя этим Буз доктор. Буз — это бухло, короче. Да. Что он типа доктор по бухлу. Так что говорит, вы не снимайте, вы пейте. Такие огромные бутылки. Вау, знаешь, сколько. О, здесь вообще сколько литров? Литра 4, наверное. Вот бутылочка. Тут написано. Тоже виски. Да, 4 литра. Огромные бутылки такие. 4,5 литра. Тут купиться ветки. Ой, вот эти вообще такие вкусные. Это вроде бельгийские, если я не ошибаюсь. Да, такие вкусные. Вот эти тоже. Вот это американские или канадские конфеты. Очень вкусные. Вот эти тоже, ну, вот на Гавайях их продают. Макадамия нац тоже вкусные. Вот это линд. Тоже очень вкусные конфеты. Рафаэла. Это вообще объедение. Витя там уже какую-то кепочку нашел. О, ты морячка, я моряк. Добро пожаловать на наш корабль, мэм. I love cruising. Ну, футболка что-то вся, какая-то ткань такая. Мятая, растянутая. Здесь как бы сувенирчики. Футболки, кепки, сумки тоже такие в морском стиле. Вот и я там. Ух ты, куртки. $39 куртка. Непромокаемая. Носки с надписью «Аляска». Так, две пары $20 стоят. Вот тоже сувенирчики. Сколько такая птичка стоит? Так, $20. $20 птичка. Они, наверное, все по 20. Это 21,99. Ну, примерно цена. Ой, а вот мишки какие красивые. Тут отдел духов есть. Эти названия я вообще не знаю первый раз. Ну, вот Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Chanel. Chanel. Шанель $116. Ну, здесь, конечно, да, дорогие духи. Там даже в моле у нас они будут дешевле. Просто на корабле, поэтому здесь дорого. Армани. Вот Calvin Klein. $55. Да, все те же духи, что в моле у нас продаются. В Джессипене. В других отделах. Женская. Вкусно пахнет. Я уже протестировала. Ланком. Так, Ланком, там есть цена. $192, что ли, или там плохо видно. Тоже Ланком. Все, вышли мы вот с этой галереи, шоп-центр, и вышли снова в наше фойе. Здесь сегодня что-то проходит, какое-то представление. Что там, еда? Now, I know some of you are too shy to come up and make a cupcake. But don't worry, don't дети fret. Там помогают. I've got cupcakes for you too. We've made a ton of mini cupcakes, so everybody's gonna have one. Yeah. But you have to get up to the table before me because I've been known to borrow a whole pan of mini cupcakes myself. When I came here at the beginning of the cruise, I was a 30-inch waist. What can I say?
seriously. Тут каждый день проходят какие-нибудь представления, музыкальные, развлекательные. Go, girlfriend. Put some sprinkles on there. It's not the same without sprinkles. Ooh, I love the red forest. На каждом этаже есть балконы, можно подходить и там стоять сверху смотреть. Лестница идет красивая, светящаяся. Nothing we can't fix. Very nice job. There you go. Go ahead, have a bite. You want to watch it? Oh. Yes, there it is. Yummy. You look like you're doing the milk commercial there. All right, good. Fantastic. All right. Oh, yes. Renner, put some chocolate on there, baby. Don't be shy. Toss it on there. How we doing, Mom? Good? You can eat it. Absolutely. Dig in. Oh, all over the nose. Don't you hate when that happens? Nice round of applause for our fabulous forces. Интересно, вот лестницы идут на каждый этаж, и на каждом этаже по-разному тут украшено. Здесь картины. Какие красивые. В следующем этаже тоже такая очень красивая картина.